Директор Миллер пробудет в городе Големах. Мне он сказал столько, сколько нужно будет. Ведет переговоры с полицией. Это объясняет, зачем он сначала отправился домой. Алекс, я вошел. Что мне нужно знать, прежде чем сяду в кресло? Все НПС разные, так что я не знаю, чего ждать. Скорее всего, ты окажешься в виртуальной переговорной. Больше там никого не должно быть. А если будут? Они увидят Миллера, так что буркни что-нибудь и отключайся. Ладно. А где искать сохраненный разговор? Понятия не имею. Это вообще-то твоя идея. Голографические записи занимают много памяти. Может, придется проверить в нескольких местах. Буду действовать по ситуации. Точно. Чип стукач еще на месте, так что мы узнаем, когда ты это сделаешь. Удачи, Адам. Тут все другое.
Послать твой отряд в Дубай решил я, но дальше мы действуем по правилам. Наша цель — КПА. Хотите, чтобы я все повесил на них? Взрывы в Праге, грабеж Версалайф и Дубай? Официально во всех 5 атаках участвовали аугментированные. Это ясно? Да, сэр. Но чтобы это доказать, мне нужны отчеты, потому что КПА не действует в Северной Америке. Послать вызов. Гонконг. Альфа-1-0. У нас проблемы. Миллер хочет видеть отчет о взломе. Каком взломе? Который должен случиться в вашем комплексе в Сан-Франциско. Что? Что вы ему рассказали? Неважно. Я разберусь. Вероятно, это даже поможет мне разобраться с инцидентом. Что слышно от нашего человека из КПА? Немного. Ему приходится быть осторожным. Рукер может следить за ним. В таком случае пришло время использовать Орхидею. Скажите ему. Убить Рукера. Вы уверены, что это хорошая идея? Это облегчит фазу 2, но... Вы сомневаетесь во мне, Джозеф? Я просто опасаюсь, что совет ваше решение не одобрит. Они сейчас уже не так едины. Кого-то из них, возможно, огорчит смерть Рукера. Но в данный момент нас интересует только Браун. Когда Рукер умрет, он обязательно сделает свой ход. Приступайте. Отбой. Алекс, ты все получила? О, да. И не говори мне, что это не доказательство, Адам. Это очень важно. Янус должен узнать об этом. Я сам хочу с ним поговорить. Устрой встречу и скажи, где. Посмотрю, что можно сделать. До связи. Адам, что ты здесь делаешь? Мне надо поговорить с директором Миллером насчет расследования. Я подумал, может, у него сеанс по НПС? А ты? То же самое. Хотела оставить директору сообщение. Я волнуюсь за Винса Блэка. Это глава отдела по организованной преступности. Может, Миллер знает, где он? Блэк все еще глубоко под прикрытием в Двале, так? Да, так глубоко, что с такой глубины порой бывает сложно подняться. Он должен встречаться со мной раз в неделю, чтобы удержаться на плаву. Но не пришел даже на первую встречу. Насколько я знаю, Двали, их влияние не ограничено Чешской Республикой. Может, он уехал из города? Может быть. Может быть, ты поможешь мне узнать? Конечно. Думаю, смогу что-нибудь нарыть. Когда в последний раз ты с ним говорила? Первый и последний раз у него в кабинете пару дней назад. Он был беспокойным, словно нервничал, что я там. Тогда, пожалуй, посмотрю у него в кабинете, пока я тут. Да, теперь-то уж. Послушай, Адам, в Лионе ждут мою первую часть отчетов, а директор Миллер точно не обрадуется, застав нас в своем кабинете. Так что, если тебе больше ничего не нужно, то я с тобой прощаюсь. А в отчете по Блэку что-нибудь указывает на то, что он способен... саботировать работу группы. Есть шанс, что он с катушек слетел. Люди по своей природе предрасположены разрушать все, что встречают на пути. Конечно, он способен, как и ты, и я. Значит, твои обследования никак не могут предсказать его действия? Я не гадалка. К тому же, последние обследования Блэка проводили еще до меня. Тем не менее, записи помогли понять, что происходит в его подсознании. И что он может быть в беде. Жаль, что я не могу сказать тебе ничего конкретного. Ты сказала, в Лионе ждут твои отчеты. Ты отчитываешься не перед директором Миллером? Я гражданское лицо, и моя работа — адаптация оперативников под прикрытием. Ты не агент. Почему же решила работать с агентами? Я начинала работать в протезе, помогая пациентам справиться с эмоциональной стороной аугментации. После инцидента мне надо было сменить направление. Интерпол искал людей, и я пошла на госслужбу.
Значит, ты подчиняешься напрямую Джозефу Мандерли? Это Джо придумал устроить в полевых офисах психологическую клинику. Адам, знаешь, у меня скопилась целая гора досье на агентов, так что, если ты больше ничего не хотел... Джо, значит, вы с Мандерли, похоже, близки. Близки, потому что я назвала его по имени? Ну, ты сказала, что пошли в ОГ-29 после инцидента. Я подумал, что, может быть, вы с Мандерли вместе начали работать, когда была создана опергруппа. Я пришла уже после, Джо. Послушай, Адам, ты не думаешь, что нам стоит уйти отсюда? Да, ты, пожалуй, права. Интересно, правда, откуда именно взялся Мандерли? Я слышал, он через несколько голов перепрыгнул сразу на большой пост в ОГ-29. Видимо, у него очень влиятельные друзья. Почему тебя так интересует босс? Просто люблю побольше узнать о людях. Если Джо и помогли, то, уверена, это были люди, разделяющие его взгляд на будущее оперативной группы. Послушай, думаю, нам лучше выйти из кабинета директора Миллера, пока он нас не застал. Так что прошу меня простить. Я сумел отследить Винса до кинотеатра, показывающего классики, но как он оттуда выходит? Я в кабинете Винса. Кажется, есть зацепка. Винс собирался встретиться с информатором. Звучит интересно, Адам. Думаешь, это проверить? А как еще узнать, что с ним случилось? И случилось ли что-то? Давай не будем ждать худшего. Чан? Это был наш Чан? Настоящий цифровой Робин Гуд. Когда его поймали, опергруппа предложила сделку. Работали в нас. Мне хотелось показать тебе впечатление. И кто это вместо девочки? Можно проверить того, кто. Классный плащ. Адам, Янус прослушал разговор, который ты достал из НПС. Он согласен встретиться. Отлично. Только скажи, где? На центральной площади есть заброшенный туристический центр. Проверь, чтобы не было хвоста. И у меня для тебя кое-что есть на Марченко. Подробности на карманном секретаре рядом с местом встречи. Ищи мусорный бак, над которым отметка мелом. Его ты найдешь у метро. Понял. Ты
ублюдки лижут жопы и лезут вверх. Пара кредитов, люди можем жить. Главное, я его спрашиваю, сколько? Спонжера торчим у скринек. Прочь дороги! Нужно спрятаться. Ну, я хочу жить. Вечером. Поняла вас. Выхожу. А полиция-то вроде сейчас побольше стала. Да кто такое дерьмо слушать будет? Янус, значит, так ты встречаешься лицом к лицу. Не впечатляет. Ты же не думал, что я сяду на самолет до Праги, верно? Нет, пожалуй, нет. Насчет того разговора. Ты ведь знаешь, с кем говорил Мандерли, так? Роберт Пейдж. Директор Пейдж Индустрис и владелец корпорации Версалайф. Мультимиллионер. Это не значит, что мы не можем арестовать обоих за сговор с целью убийства. Мы слышали, как Пейдж приказал убить Рукера. В записанном разговоре, который ты получил незаконно. Плод ядовитого дерева, Дженсен. В суде это не будет доказательством. А что тогда насчет орхидеи? Сможем мы узнать о ней больше? Я сам пытаюсь кое-что раскопать. Но и ты в Праге можешь принести пользу делу. У Версалайф есть счет в банке Palisade. Если ты проберешься в их хранилище данных, то мы сможем найти какие-то ответы. Ты хочешь, чтобы я вломился в банк? КПА хотят подставить, свалить на нее вину за что-то. Скорее всего, будет еще один теракт. Хорошо. А что это за Браун? Пейдж говорил о нем и каком-то совете. Может, это Натаниэль Браун, глава Санто Групп? Может быть. Натаниэль заработает триллионы, если акт восстановления человечества пройдет нах. Янус? Адам, вас засекли. Я вижу, к тебе направляются сторожевые дроны. Что? Как? Слежки не было. Может, кто-то сумел обнаружить, что Янус взломал электросеть? Не знаю. Просто уходи оттуда. Thank you.
Оптимист, это ты, плехач. Мне не понравилось, как эти охранники из банка на меня смотрели. Мистер Дженсен, это Номад Станок. Прошу вас, помогите мне. Станок, как ты... Моя дочь, они убьют ее. Я сбежал от ваших друзей, и когда я сюда добрался... Где? Район Прикашка. Жилой дом за автопрачечной. Скорее, умоляю вас. Городом правят. В детстве я обожал карточные игры. У нас хоть прок есть. Стоять, апнутый! Показывай документы! Живо! И чтобы без говна тут не дергайся! Ну, раз вы так вежливо просите. Мне за вежливость не платят. Мне платят за то, чтобы... Держи. Вроде все и правда в порядке. Не знаю, кто все это оплачивает, но у тебя явно влиятельные друзья. Да кто это дерьмо слушает? Адам, ты как? Эти дроны? Я в порядке. Ничего у их хозяев не вышло. Слава богу. Слушай, со мной только что связался Янус. Версалаев закрывает счет. Сегодня они все заберут из своего сейфа. Нельзя терять ни секунды. Ты должен спешить. Не могу. Я нашел сапера. Она может нам все рассказать, но ее хотят убить. Что? Вот черт, они решили все подчистить. Я не могу одна пробраться в банк. Но если мы этого не сделаем, мы потеряем Орхидею, блять. А если я не пойду в Прикашку, то создатель бомб погибнет, и мы останемся с пустыми руками. Тебе решать. Смотрите, какой блестящий, а? Ты что там прячешь, железка? Держи свои руки так, чтобы тебе их не оторвали. 8, 4, 7. Курва. Ты кто вообще? Да какой-то какая супермен? Разница, я спешу. Да-да, это уж наверное. Иди, ты свободен. Слушайте, мадам. Проходи. У вас в документах ясно сказано, что вам нельзя покидать Прикашку. Извините, я не могу вас пропустить. Да мы то, как вот солидные.